Здравствуйте, я приветствую наши рубрики «Тема дня». Сегодня мы поговорим с вами о русских десертах. Из десертов известны сладкие мучные изделия, такие как калачи. Калач – это белый хлеб, обычно в виде кольца, с небольшим отверстием, в форме замка с дужкой. Пряник. Пряник – мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста. Часто сверху нанесен слой кондитерской сахарной глазури. Варенье. Варенье – традиционный десерт у восточных славян, русских, украинцев и белорусов, прибалтов, а также народов Закавказья. Варенье получают путем варки фруктов или ягод, прежде овощей, молодых грецких орехов, молодых сосновых шишек, лепестков роз, с сахаром. Мед. Сладкий вязкий продукт, который вырабатывают пчелы и родственные насекомые. Традиционным десертом русской кухни являются печеные яблоки и другие печеные фрукты и ягоды. Специфические русские виды сластей ныне совсем забыты. Это так, например, как овощи, морковь и огурцы, сваренные в меду, но не на открытом огне, а на водяной бане. Готовый продукт, так называемые русские цукаты, делался прозрачным и сохранялся несколько упругую консистенцию. Толченые ягоды – калина, рябина, малина, высушенные в натопленной печи в виде лепешек, пастила, употреблялись как заедки к напиткам, отчасти как средство народной медицины против простудных заболеваний. Высушенные в русской печи кусочки моркови или свеклы, паренки. Еще одно из сластей – измельченная сушеная редька, заваренная в белой патоке со специями, называется мазюня. До новых встреч!